Сергеевич, уважаемые друзья, позвольте от имени многонационального древнего города Ош с традицией вековой истории поприветствовать вас и весь братский российский народ, выразить вам огромную благодарность за приглашение официальной делегации города Ош в исторический город Санкт-Петербурга Российской Федерации. На сегодняшний день геополитическая особенность города Ош превращается в основной центр развития экономических, культурно-гуманитарных связей Центральной Азии, привлекает внимание мирового сообщества. От имени мэра города Ош Кадырбаева Айтмова Тинтибаевича и от имени всех жителей города Ош выражаем благодарность за инициативу развивать экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарную связь и братские отношения между народами двух городов. 19-й год подряд Петербургский партнериат открывает свои двери для представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Не только для регионов России, но и для зарубежья. Местным самоуправлением городов, побратимов, отраслевых фондов, союзов, ассоциаций, представляя возможность для делового общения, установления контактов, презентации продукции и инновации. Петербургский партнериат – ежегодное деловое событие, одно из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий Санкт-Петербурга в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей, нацелен на стимулирование кооперации предприятий, развитие субконтракции крупных промышленных предприятий, использование новейших производственных технологий как средств повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание комфортных условий для установления прямых бизнес-контактов и поиска новых партнеров, клиентов и инвесторов. Уважаемый Георгий Сергеевич, как вам известно, 19 августа 2015 года Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз – это международная организация региональной экономической интеграции, учрежденный договором о Евразийском экономическом союзе. Евразийский экономический союз обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Новое интеграционное объединение заставило активизироваться сторонников и противников евразийской интеграции, задействованные усиливающие ее альтернативные ее проекты. Создание Евразийского экономического союза стало эффективным механизмом в рамках геополитического реагирования по наращиванию интеграции и объединению усилий в сферах обеспечения безопасности, укрепления экономической независимости и структурной перестройки экономики стран, вступивших в Союз. Создание крупнейшего, наиболее зрелого интеграционного объединения на постсоветском пространстве резко ускорило реализацию сразу нескольких масштабных сценариев евразийской интеграции и увеличило интенсивных деловых, политических и межкультурных коммуникаций. Мы глубоко верим, что сотрудничество между нашими городами будет и впредь углубляться. Надеемся, что сегодняшняя наша встреча станет началом нашей еще более тесной связи сотрудничества и братские отношения в будущем. В завершение хочу выразить Георгию Сергеевичу, что мы заинтересованы в постоянной встрече и приглашаю вас, Георгий Сергеевич, и всех гостей, которые приехали в сегодняшний петербургский партнериат, посетить наш солнечный город Ош. И в любое время, когда вам будет угодно, когда вам будет удобно, я от всей души приглашаю. И стать нашим уважаемым гостем и нашим партнером. Спасибо за внимание. Желаю удачи сегодняшнему форуму. Спасибо большое. Спасибо большое.